Прокуратура Западно-Казахстанской области выявила нарушение в субсидировании тарифов на воду в районах области. Вместо положенных 90 тенге в Бурлинском, Теректинском, Букиординском районах стоимость одного кубометра воды дошла до 300 тенге. По данному вопросу в прокуратуре области состоялось заседание с участием прокурора области, представителей районных акиматов и управления энергетики и ЖКХ. На сегодняшний день по Западно-Казахстанской области установлены определенные тарифы на воду. Для потребителей, имеющих приборы учета питьевой воды, он составляет 90 тенге. Для тех, у кого нет прибора учета – 200 тенге. В сельской местности подача воды должна субсидироваться. Но, несмотря на это, в Бурлинском, Теректинском, Букиординском районах на услуги по подаче питьевой воды субсидии отсутствовали, а населению предложили оплачивать тариф по завышенной цене. К примеру, в Теректинском районе стоимость тарифа дошла до 300 тенге за кубометр. Данная ситуация возникла из-за непредоставления вододателями Аксай Жилкуат, ТОО Теректетазасу и ГКП Орда определенной документации. Кроме того, выяснилось, что между управлением энергетики ЖКХ и акиматами отсутствовала взаимосвязь. В список населенных пунктов, где тариф на воду должен субсидироваться, были включены 37 населенных пунктов. Дополнительно включили еще 24. На эти цели выделено 1 миллиард 300 миллионов тенге. По факту уже было установлено, что 10 населенных пунктов области все еще не субсидируются. Прокуратура области рекомендовала управлению энергетики и ЖКХ в кратчайшие сроки оказать помощь в сборе всех необходимых документов и сведений для субсидирования районов. Путем анализа было установлено, что из этих 24 по 10 все еще не субсидируются, значит, цены все еще остаются прежними. Сегодня мы обсудили данный вопрос, по результатам которого полагаем, что нарушения будут устранены и защищены права граждан. Также после оформления всех необходимых документов прокурорами было рекомендовано сделать перерасчет оплаты за питьевую воду за январь и февраль текущего года, а районным прокурорам держать на контроле исполнение указаний. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК-42.